2 февраля победа наших войск под Сталинградом положила начало массовому изгнанию захватчиков с советской земли. Число погибших за 200 дней и ночей этой битвы превысило 2 миллиона человек. Самые ожесточенные бои в Сталинграде шли за главную высоту России – Мамаев-Курган. Сейчас это символ стойкости непобежденного города. Города, без которого не было бы нашей победы и нашей страны.